Всем доброе утро, здравствуйте, всем добрейшего. Сегодня мы с вами готовим необычный омлет, который корнями своей истории уходит в 16 век. Омлет матушки Пуляш. Нам понадобятся куриные яйца, сливочное масло, оливковое масло, соль, перец. Для украшения томат, листья свежего салата. Мы отделяем белок от желтка. Теперь берем и наши белки в миксер, немножко соли и взбиваем, как мы, повара, это говорим, до крепких пиков. Ну и пока белки у нас взбиваются, мы с вами забьем желтки, тоже с добавлением щепотки соли. Нагреваем сковороду. Так, слегка, чтобы она нагрелась примерно до среднего тепла, я бы так это назвал. И закидываем туда сливочное масло. Немножко оливкового. Вливаем желтки. Не кипит ничего, средний огонь. Нам нужно, чтобы образовалось такой блинчик. И теперь его слегка запекаем. Нам нужно, чтобы схватилось дно, но сверху наш блинчик оставался сырым. Берем наши белки. И теперь, пока не схватился верх нашего блинчика, берем, сделаем красивую такую историю из белка сверху. Белковый омлет с блинчиком из желтка. Теперь, когда мы сформировали, убираем все это в духовой шкаф на 180 градусов, примерно на 7-8 минут. Вот такая красота у нас получилась. Берем наш омлет. Ох, поджаренный с этой стороны красивый. Ой, поджаренный с этой. Теперь так вот выкладываем. Возьмем свежие листья салата. У нас все-таки завтрак же полезный. Свежие листья салата. Хорошие томаты. Соль. Обязательно, куда же без нее. И оливковое масло. Все это немножко взобьем. Ну что, омлет матушки Пуляр у нас готов. Вам хорошего дня, ну а мне приятного аппетита. Пока-пока.